Добрый день, друзья! Мы ведущие следующего мастер-класса. Павел и Мария Стегний. Рады приветствовать вас. Очень приятно принимать эстафету на таком поэтическом и уже добродушном фоне, скажем, на таких расслабленных состояниях приятных. Да, и созвучных мыслях. Мы семейная пара семейных психологов, психотерапевтов, мастеров системного моделирования. Ну, это специфический термин, возможно, да, вы знаете его смысл. И сегодня мы хотели тоже созвучную тему рассмотреть. Купальские праздники, они посвящены любви, благосостоянию, ладу между мужчиной и женщиной. И супружескому семейному благополучию. И вот действительно я тоже так считаю, как и... Я вот, предыдущий мастер, автор и поэт, что у наших предков этому покровительствовали два бога. Это Лад, да, вот, в принципе, знающие украинский язык понимают как гармония, да, вот, как порядок. Лада. И Лада, да, хотя историки прямо доказывают, что Лада да, а Лада не было. Да, но вот я думаю, что это как раз супружеская пара, и они действительно давали пример, как жить в супружеской любви и создавать семейное благосостояние. Я хотел бы подчеркнуть особенность этих слов, да, оно очень важное, потому что имеет значение состояние. Ну, вот сейчас, например, мне хорошо, радостно, приятно быть среди вас. Это состояние психологическое, и состояние имеется в виду, когда у нас достаток. Да, вот. И я думаю, что именно два вот этих значения обязательно нужно понимать вместе. И я думаю тоже, что нас и в прошлом учили, и сейчас вот мы тоже так разделяем это мнение, что... Если у нас есть благосостояние, именно как состояние, то у нас есть благополучие. То есть мы тогда и можем из этого состояния получать те блага, которые нам лично каждому нужны, в том числе и материальные. Ну и, в принципе, в первую очередь все стремятся к любви, к созданию каких-то теплых отношений. Там может быть и брак, или просто такое взаимное приятный обмен энергиями. И вопрос в том, что вначале все бывает очень так здорово, и все чувствуют это, но очень по-разному и быстро это переходит в что-то другое. И почему так происходит, и что с этим сделать для того, чтобы чувствовать любовь на новом, принципиально там, другом уровне, сближаться все больше со временем, мы бы и хотели сегодня поговорить, помедитировать. На своем жизненном пути, в принципе, вот уже достаточно длинном, я сталкивался и сам с таким каким-то чувством, когда происходило разрушение, да, вот, любовных отношений, которые, казалось, будут на всю жизнь. И такое вот мнение, что это болезнь. Вот любовь – это болезнь, да. Ну, я так остался идеалистом, да, в ней романтиком, и, в принципе, разделяю частично эту точку зрения. Она действительно в каком-то смысле болезнь, то есть для этого есть этот компонент, но немножко в другом аспекте. Но одновременно я считаю, что любовь – это ресурс, способный преодолеть эту болезнь и пойти дальше в радости и согласии. Настоящую любовь, да. Не та, которая зависимость, не та, которая требует от другого, да, вот, а та, которая может раскрывать душу и... та любовь, в которой мы можем расти. Вообще, наверное, это единственное чувство, которое позволяет нам пережить весь тот сложный путь личностного роста. Ради этого чувства мы готовы это делать, потому что довольно такой процесс малоприятный. И как мастера и психологи, люди к нам обращаются именно по этим вопросам чаще всего, это наша специализация. Мы начали искать рецепт, мы начали искать средства, которые могли бы помочь. Да? И вот, в принципе, мы создали набор этих средств, назвали его «Формула любви». Мне нравится очень этот фильм, если кто-то его, да, знает, о там, великом волшебнике. И «Формула любви» – это цикл тренингов. 4 тренинга в него входит. Каждая из частей – это определенная часть формулы. И вот, в принципе, эта формула, по нашему мнению, помогает и по опыту, да, действительно достичь того состояния лада, когда мы ладим между собой, в первую очередь, когда мы ладим в семье, а там два уровня отношений, это супружеские между мужчиной и женщиной и между родителями и детьми, притом как в направлении своих детей, так и в направлении своих родителей, то есть это такие многоуровневые отношения. И, если говорить как о формуле, то там есть такие переменные. Вот как раз каждый наш тренинг, он посвящен рассмотрению, улучшению вот каждой из переменных. Вот первая – это она. То есть чаще всего на тренинг приходят женщины, поэтому мы так вот начали, что она. Хотя это может быть и он, если это пришел мужчина, и он хочет улучшать. И очень здорово, сейчас как раз такое необычное время. И 5 лет назад это было для нас вообще удивительно, мы были в таком восторге. Мужчина пришел, а вот даже если он еще что-то случится обязательно. Все, это просто какая божественная. Сейчас это стало настолько уже спокойно, что приходит мужчина, и он говорит: вы знаете, я чувствую, мне надо привести к вам супругу. Мы такие: да, ну конечно. Эти осознанности, она вот поднимается в мире. Ну, мы как будто бы начинаем, что все-таки так и сохранил этот цикл тренинг, немножко женский такой уклон, и у нас двойные названия, они подходят для мужчин и подходят для женщин. И вот, например, если мы говорим о первом тренинге, когда речь идет о человеке, который хочет создать такие отношения или изменить к лучшему те отношения, которые уже существуют, если это женщина, то этот тренинг называется «От девочки к королеве». И там есть такие постаси, где мы рассматриваем внутренние роли: девочка, любовница, хозяйка и королева. А в мужском варианте это мальчик, герой, собственник. И если к нам приходит собственник, это как хозяин. В смысле, хозяин, И это приходит к нам на тренинг, то мы, в принципе, делаем и для мужчин, и для женщин. Но эти роли мы называем, соответственно, уже нашему пониманию этих ролей. Да. Вторая переменная – это он. И тренинг называется, или она, если это для мужчины. «Мой идеальный партнер». Или «Что хочет женщина», соответственно, идеально. Или «Что хочет мужчина», тоже, опять же, двойные названия. И действительно, мы что-то хотим получить от партнера. У нас есть некие потребности, которые есть осознанный и неосознанный их уровень, бессознательный. И вот мы, в принципе, исходим из того, что это действительно, если это любовь, она обоюдная, то мы нашли точно. То есть это действительно тот человек, который нам подходит. Но, к сожалению, у нас есть деструктивные потребности, которые связаны с теми периодами жизни, когда мы формировались как личность. Иногда это связано с отношениями с родителями, иногда с братьями и сестрами, какими-то травмами психологическими, которые получены в возрасте где-то от 3 до 21 года. И тогда мы, действительно, он соответствует нашим потребностям, но не только тем, которые сделают наши отношения благополучными, но и тем, которые вернут нас в те не очень приятные, тяжелые прошлые состояния, с которыми мы еще не нашли разрешения и принятия этих ситуаций. То есть чаще всего человек рядом, он настолько нам важен, что помогает переживать нам все, и сложное, и положительное, скажем, и сложное в нашей жизни. Потому что нет важного и неважного. Если есть какое-то переживание, например, брошенности, есть непринятости, например, я не знаю, когда чувство обиды очень большое, то партнер, он помогает переживать и это, он делает для нас все максимально, что нам нужно. Ну, конечно, мы выставляем ему счет, что вообще-то этого я не хотела. Вообще-то этого не хотела, и мне так больно папа когда-то сделал, как ты сейчас делаешь. И получается, что когда мы действительно с любимыми людьми, они так удачно, так успешно попадают в самые больные наши точки, что нам кажется, как же так, он же любит меня, или она любит меня, и как она может мне так делать больно? Хотя эта боль связана не с этими отношениями часто, а с чем-то, что было до этого. И когда человек осознает это, и как-то меняет отношение к тому, что было когда-то, то уже с супругом, с супругой все меняется. И когда действительно Те, кто проходят, наши участники наших тренингов, они осознают вот эти свои потребности и могут либо замечать, что они пытаются их реализовать, или вообще уже им пропадает необходимость их реализовывать. То, естественно, и выбор партнера или понимание того, что вот этот партнер и есть мой самый лучший, самый правильный, происходит. И, естественно, меняются отношения. Третья часть – это вот, да, вот, в принципе, вот мы сейчас, он, она, да, но между нами возникает что-то третье – это наши отношения. Поле такое, да. Взаимного обмена. Это, да, наши отношения, наше взаимодействие. И вот этот третий компонент этой сказки о любви, третья часть этой формулы мы назвали, вот, нет, это третий компонент формулы любви мы назвали сказка о любви. Я так вот, как бы, да, уже предварительно сказал об этом названии. И эта сказка, понимаете как, вот она для многих, я думаю, что садомазохистов крайне мало, осознанных, по крайней мере, да, и для многих эта сказка действительно, ну, как сказка звучит, как что-то яркое, красивое, счастливое, радостное, но, к сожалению... Да, притом в этой сказке могут быть совершенно осознанные и важные компоненты, которые должны быть соблюдены. Ну, сейчас так вот говорят, там, принц на белом коне, там, или на белом мерседесе, неважно, да? То есть какое-то представление, каким должно быть свидание, какие цветы должны быть подарены, что он должен был сказать. И вот он меня любит, после недавней такой вот консультации, он меня любит, он говорит, что он меня любит, но я вот уезжаю в другой город, сижу и плачу, потому что почему в этот момент, когда я уезжаю, он мне не перезвонил? То есть вот есть в этой сказке понимание, ну как, вернее, представление, как человек должен поступать. И если вдруг человек отклоняется, партнер наш, да, от этого сценария, мы чувствуем невероятную боль, потому что что-то в этой сказке важно. И разобраться, почему она такая жесткая, почему нельзя расширить свое представление о любви и принять иное, да, вот. А еще в этой сказке вот тоже нами замечено и как раз и предложено для того, чтобы это вот отдельный тренинг проводить, есть бессознательный сценарий. Бессознательный сценарий отношений с кем-то, с кем были любовные отношения, но немножко другого рода, да, не мужские, женские, уже взрослых людей, да, а может быть это вот мы отметили, часто психологи говорят, что это отношения там с папой, с мамой, это могут быть отношения с братом, с сестрой, которые сложились, да, вот очень хорошие, и в них было что-то сложное, в них было что-то, ну, такое, что приносит боль и приносит какое-то страдание. А может быть и несложное. Просто с братом было настолько хорошо, что сейчас хочется, чтобы с супругом было так же. Да, вот. И вот этот бессознательный... чуть-чуть, но не так. Да, да, он чуть-чуть, но не так, хотя он и похож. И она его выбрала, потому что он похож. Но он не будет давать стопроцентного такого соответствия. Тогда будет ощущение неудовлетворенности. То есть еще один сценарий, еще одна сказка о любви, которая влияет на наши отношения очень существенно. И когда... Вот верхний осознанный сценарий и нижний бессознательный сценарий соединяются, то получается, наверное, не сказка, а триллер о любви. И часто, к сожалению, да, заканчивается тем, что люди расходятся. И, ну, кстати, такое мы часто видим. Люди разошлись лет 10, а боль до сих пор осталась, она их до сих пор мучает, потому что они все-таки были вот теми, да, половинками, которыми они как бы и могли сделать счастливыми. Которые могли бы преодолеть, да, понять свои вот сценарии, понять то, как они формировались, и выйти за их пределы. Вот, наверное, говорили сейчас в стихах о свободе, о том, что можно выйти за пределы чего-то привычного, то, что нам давалось как шаблон в первые там годы нашей жизни. Повзрослеть. Четвертая формула наша немножко, она как бы в стороне, да, я, она, он, она, отношения. Но когда действительно отношения неблагополучные, то в принципе у этих людей, ну, чаще всего вопреки бывают успехи в бизнесе, в творчестве, в чем-то, да. Когда я убегаю от боли в семье, и там вот реализовываюсь. Ну, это, конечно, один из способов достаточно распространенных, мне кажется, не самый лучший. То есть, может быть, наоборот, когда семья тебя вдохновляет, когда семья дает тебе силы, когда ты ради семьи творишь, и у вас такое совместное сотворчество. И вот именно так, в таком варианте, да, вот мы, четвертая часть нашего цикла, четвертый тренинг называется «Магнит благополучия и удачи». То есть есть в нас силы, есть, мы можем быть магнитом, как таким, и вообще, по моим представлениям, магнитов 3 формы существуют. Это магнит индивидуальный, я как магнит, да, в котором, в принципе, есть этот маленький, но очень важный магнетизм. Он ведет меня туда, куда мне нужно, и притягивает ко мне, например, людей и обстоятельства, которые мне тоже нужны, такой внутренний компас. А можем мы стать, если мы правильно соединимся с супругой, а у нас такая сейчас есть ситуация, что мы, ну-ка, так бы, знаете, как соединение по типу мама-папа, но мы как-то не туда все время тыкаем, да, вот эти соединения, не так их складываем, оно все не соединяется, и наоборот получается еще хуже. И вот есть способ, как мы можем соединиться именно супружески, ну и если так случается, это, я думаю, достаточно редко случается, когда появляется группа людей, способных тоже соединиться в единый магнит, ну, не знаю, по типу, ну, как там группа Битлз, да, то есть вот это происходит чаще всего стихийно, но есть, в принципе, сейчас и знания, которые позволяют и понять, как это происходит, и они тогда могут достигнуть, ну, и такого уровня, да, как эта группа, да, то есть мировой известности и признания. И, соответственно, благо, да, то есть как бы немаловажный компонент. Вот мы сейчас вам рассказали о таких, да, 4 тренингах и идеи, которые в них вложены кратко. Хотелось бы, ну, узнать, спросить, что вам интересно. Возможно, у вас и возникли какие-то вопросы по поводу, да, вот, или скепсис по поводу, или желание узнать что-то подробнее. Так, я много пропустил, я прошу прощения. И у меня вот вопрос, как вы относитесь, вот, возможно, там где-то у вас было в теме, да, астрологии. Вот, влияют ли звезды? Вот. Вот, на то, что вот я недавно был у одного мастера, индуса, ага. Вот, и, значит, у него там много всяких разных, то есть йога, медитация, йога-нидра, не йога-нидра, вот, потом всякие там пракшаланы, не пракшаланы, то есть это эти всякие процедуры. Но это не астрология, это нет, еще параллельно. Астрология, а именно как астрология. Виду, что да. У него вот комплекс его, скажем так, угу. Чем он, что он дает людям. Вот. Еще есть астрология. Вот. И я такое, у нас прошло там обычное занятие. А, у нас было занятие по Шива Самхите, угу. Это древние писания йогические. Угу. Вот. А я ему в процессе задаю вопрос, вот, ну, Равендер, ну, нужно мне пройти астрологию? И все такие смеются, потому что это не дешево. Угу. Вот. И он такой тоже улыбает, и такой, ну, понимаешь, там, если это для пары, там еще что-то. Вот. Как вы, ваши как мы относимся? Да. Ну, у нас, наверное, свой, у каждого свой будет ответ на эту тему. Да, вот мне интересно. Ну, давай, Маша, ответит, да, сначала, потом я. Есть не все, что мы знаем глубоко, и поэтому стоит, пожалуй, относиться с уважением, если мы, я, допустим, не знаю чего-то глубоко. Но у меня достаточно много скепсиса по поводу такой банальной астрологии. И когда приходит женщина и мужчина на консультацию, и вместо того, чтобы покопаться глубже, что между ними происходит, очень часто люди отгораживаются. Ну, ты же знаешь, он вот этот близнец, звезды, который... Да. Вот эти весы, они все время такие переменчивые. Мне с ним трудно, потому что я совершенно другого знака. Я понимаю, что это способ отгородиться от решения, шаблонировать как-то свои представления, и тогда мне очень, ну, тяжело с этим, хочется отодвинуть. Это с одной стороны. С другой стороны, когда, допустим, мы подавали заявление в ЗАГС, и Павел очень переживал, чтобы все было очень хорошо, он все-таки нашел астролога, сказал, какой именно это будет день. И, ну, я там стояла, терпеливо ждала с этой регистратором, в какой-то час должно быть. Это все было немножко так забавно, но если это часть романтики, если из этого можно сделать что-то хорошее, то это очень приятно. Хотя, наверное, именно конкретный гороскоп на человека, он может понять, осмыслить. Понимаете, что-то человек, если возьмет из этого гороскопа, если в процессе работы с мастером, я думаю, мы все... немножко психологи, да, какой бы мы ни относились ветви, если в работе с тарологом, астрологом человек найдет что-то, что поможет ему понять себя глубже, сказать, да, это во мне есть, я попробую в этом вырасти, я сделаю с этим что-то еще, то замечательно. Хотя в моей жизни есть 3 человека, которые родились в один со мной день, и мы очень разные, судьбы у нас разные, мы, ну, то есть вот тут я не вижу особой связи. Да. К йоге, к пракшаланам, к любым методам оздоровления я очень положительно отношусь, потому что это настолько личностный рост, это настолько помогает на пути, знаете, там... Со своим телом это просто супер, дает работу с душой. Ну, я вставлю свои 5 копеек, свое мнение. И, в принципе, оно не расходится с Машиным. Я просто действительно расскажу опыт. Ну, я по знаку близнец. И когда я читаю эти описания, да, я читал и думаю, ну да, вот совпадает, но это совпадает 15–20%, а остальное не совпадает. И просто вот так оказалось, что у меня в друзьях была женщина, которая серьезно обучалась, вот этот Павел Глоба, ну, долго обучалась, курс она ездила, и она это очень серьезно относилась, и она, как бы, книги, ну, в общем, и самообучение. И вот когда она сделала мне личный, да, вот, гороскоп, то тогда то описание, которое она сделала, оказалось, что у меня есть планеты в раке, которые семейственность, да, вот я этим сейчас и занимаюсь, да, то есть у меня есть планеты в водолее, там вот тоже те предметы, которые я преподавал, и круг интересов, которые... То есть тогда, когда я увидел, то там я совсем не близнец. Или там близнец, это вот те 15%, которые мне тогда и совпадали, казались, да. То есть это, наверное, еще и вопрос просто уровня знаний и уровня профессионализма того, кто и оперирует этими знаниями. Опять же, тоже человек, получивший там диплом и какую-то кучу сертификатов психолога и психотерапевта, если он не глубоко, он будет говорить вроде бы правильные речи, вроде правильные вещи, но не к месту или не очень... ну, как бы адекватно их применять, и это будет уже не то совершенно, да, то есть, в принципе, как к области знаний, древние интересные области знаний, которые достаточно интересно так говорит о возникновении психотипов, да, то есть определенных типов людей, я отношусь хорошо. Я, правда, сейчас я использую другую систему психотипов, которая с той вполне, ну, как бы, да, может быть коррелирована, но я, на это времени желания нет. То есть мне это больше нравится. И понимание, что мы разные. Мы разные, и из этой разности нужно исходить, потому что вот одна из ошибок, которая приводит к сложностям в отношениях. Итак, мы можем читать мысли, ну вот в отношениях, да, вот я бы в такой ситуации подумал, почувствовал это или захотел это сделать. Итак, я за Машу делаю вывод, что она в этой ситуации, ну вот это. Она мне говорит, нет. Я говорю, нет, вот ты от меня это скрываешь. Я знаю, это вот ты не искренне со мной. Она говорит, да нет же, я не то и не думала. Это хорошо, если так говорится, потому что чаще это... Да, то есть мы, ну, да, поговорив, еще можем это выяснить, но чаще мы же замыкаемся и не проговариваем, и тогда вот... И когда разбираешь вот эти общения между двумя супругами, а из какого момента ты это понял, а вот с такого, а ты выяснил? Нет. А вот это вот, она же вроде тебе говорила. Нет, она неправду мне говорит. Она думала именно то, что я считаю правильным и логичным в этой ситуации. Да? А то, что мы действительно разные, и кто-то, кого-то что-то обидит, а кого-то что-то это же самое вообще не заденет. Это, ну, мало кому приходит в голову. Это и знание этого, конечно. В принципе, что, ну, тельцы такие, да, вот у них так в характере, в настрое, может быть, поможет исправиться. Да, принять другого таким, как он есть, потому что он такой... Рыбы такие уязвимые, да, они тельцы такие напористые. И тогда, если это помогает справиться, во, пусть будет астрология. Хорошо. Еще есть вопросы, на которые мы могли бы ответить? Потому что у нас вообще-то в замысле было показать эти модели. Да, да? Мы хотели сделать небольшую практическую работу. Мы хотели мастер-класс такой, где бы это... Ну, мы не только говорили, но мы показывали, как это происходит, и говорили. Ну вот сейчас, если вопросов нет, попробуем, что это такое. Итак, у нас первая часть формулы, это она, самый, кстати, хитовый, скажем, такой тренинг. На него чаще всего, больше всего идут женщины, да, вот, от девочки к королеве. И там есть 4 ипостаси, 4 фигуры, 4 роли. Ну, вообще, когда я, в принципе, кто-то, наверное, подумал, что это из Ларисы Ренар, да, вы их читали, слышали, а то она об этом говорит. Я действительно оттуда взял, когда мы только начинали работать. Ну, мне понравилось как модель, вот я попробую, да, и я ее смысл первоначально рассматривал, правда, потом я понял, это гораздо глубже, там гораздо больше информации, чем просто там эмоциональная энергия, интеллектуальная энергия, да, там прагматическая энергия и так далее. Здесь вот эти 4 фигуры, это во времени, в энергии, в пространстве, в информации совершенно разное, но я научился это понимать для того, чтобы помогать клиенту, да, то есть, ну, давайте рассматривать это в таком обычном значении, так, девочка, любовница, хозяйка и королева, да, но в обычном во времени. и в психологическом таком аспекте. То есть это я хочу так сказать просто вот до того, как кто-то захочет это посмотреть, чтобы он понял, что он увидел. Да? Это 4 структуры нашей личности. Как слоеный пирог, они все присутствуют уже одновременно. Девочка, да, вот это то, что сформировалось в период где-то до 14 лет, ну, до пубертатного, до перехода, когда уже взрослым становимся, биологически хотя бы взрослыми, да. Потом у нас возникают отношения, ну, в смысле, интерес к противоположному полу, мысли о семье, да, мы еще, ну, конечно, может случиться и в 30 лет мы создаем семью, да, но все равно вот в это состояние, это любовница, мы стремимся быть самостоятельными, потому что, в принципе, да, если кто нас кормит, кто нас, да, от того мы и зависим. Часто вот это происходит с родителями, да, они, ну, они же нами и диктуют, как нам жить, да, и возникает сложная и моральная, и, да, и ситуация, да, вот слушаться их или не слушаться, но жить-то я не могу самостоятельно, да, то есть нужно стать хозяином, да, вот в смысле вот достичь какой-то независимости экономической. И королева – это вообще-то это мировоззрение. Вот в принципе вот сейчас этот здесь мастер-классы, да, вот предыдущий, когда поэт читал стихи, это вот мировоззренческий уровень, да. Вот у каждого человека есть представление о мире, мировоззренческий. Все время развивается. И в принципе, да, вот носителями мировоззрения, ну как бы опять же в прошлом нашем там языческом прошлом, это были люди уже более старшего возраста, да, вот бабушки, дедушки, которые с возрастом, да, стали мудрыми. Да, не всегда мудрость приходит с возрастом, но так бы хотелось, да. Но они стали мудрыми, и, в принципе, они носители такого какого-то, да, вот, знания о жизни. Но у нас эти структуры существуют и в любом они возрасте. Они наполняются, да. То есть королева может быть и юная девочка, которая вдруг смогла свою точку зрения отстоять, противовес, например, целой группе там, школьной. Или родители настаивают на чем-то, да, ты там не дружи или не занимайся этой профессией, а она все-таки, ну, воплотила это, да, смогла свое, ну, вот, мировоззрение, опять же, пронести в жизнь. Это вот не только взгляд, но это способность быть взрослой в любом возрасте, если оно появляется. Я хочу просто о двух фигурах еще тоже сказать, перед тем, как мы попробуем, покажем, да, на конкретно тех, кто захочет, что, например, любовница, ну, часто любовница, вот любовница, это, да, женщина, которая имеет отношение с женатым мужчиной, ну, вообще, вот такое, да. Но нет, это любящая женщина. Это и, любви, да, это о любви к детям, это и мама, в том числе, да, любящая, да, то есть в состоянии любви. И королева тоже, ну, часто там корона где-то на троне и все остальное. Я вам скажу по опыту, опять же, вот этих моделирований, я встречал и таких королев, как, знаете, вот старуха, которая сидит под подъездом и всех девочек называет... Да, вот такая злая королева, да? Она, похоже, по жизни тоже пожила ярко, и теперь о всех она думает, да, и вот такая женщина, которая, в принципе, ну, подавляет сексуальность, да, подавляет сексуальность, и в том числе и подавляет любовниц, да, то есть тех девушек, у которых это только просыпаются, они еще себя в этом находят, но их уже записали в категорию, да, вот, шлюх. И вот так вот, то есть они очень разные. И что мы увидим в каждом случае, да, вот мы не будем делать работу терапевтическую, да, мы это не будем менять, потому что в таком формате мастер-класса можно нанести какую-то травму, да, зацепить что-то очень сложное, что-то очень личное. Здесь нету той атмосферы, которая позволяет выйти из этого хорошо и вот как бы, да, вот закончить терапию, чтобы у человека на душе полегчало. Поэтому мы будем просто показывать, как это бывает, да, как модель выстраивается. И там кое-какие комментарии, вот что это может означать, и все, дальше не пойдем, ну, с вашего разрешения.